Салют, people, с вами Human, и у меня для вас несколько новостей. Значит, первое из них заключается в том, что мы открыли магазин гормона роста по Украине, и не только гормона роста, и также фрагмента. Он будет потихонечку развиваться и так далее, но что самое интересное непосредственно для Украины и для ребят с ЕЛФ. Значит, для Украины теперь есть возможность его заказа, а для тех, кто есть на форуме VLF, кто зарегистрирован и кто давно следит за нами, для вас всегда будет действовать скидка в 10%, что достаточно выгодно по розничной цене. Вот, поэтому welcome, всех прошу, магазинчик свеженький-новенький, партии свеженькие-новенькие, как бы я за ерунду не берусь, поэтому всех приглашаю, все, пожалуйста, заходите. По доставке сохранности, естественно, вопросов у вас не будет возникать, потому что, скажем так, за эти некоторые моменты распределился именно я. Вот, а поскольку я человек, скажем так, открытый, публичный, для меня репутация моя личная и за все то, что я берусь, самое главное. Поэтому здесь, скажем так, все, что я смогу выжать максимально по качеству и по возможности доставки, все будет зависеть от меня. Что касается непосредственно моей подготовки на данном этапе. Значит, у меня плановый отдых сейчас. Он где-то полторы недели будет длиться, прошло уже где-то половина. Вот. Суть заключается в том, что у меня должно было быть порядка 3-4 тренировок за этот период. Я провел только одну, и возможно, что еще одну, либо вообще не буду проводить. Я решил морально полностью отдохнуть. И плюс ко всему, сейчас, к сожалению, я приболел, проблемы с горлом, вот, больше похоже на инфекцию. Ну, поэтому сама судьба мне сказала отдыхать, набираться сил, морально соскучиться за залом и так далее. Но ну, опять-таки видно было, что я вовремя как почувствовал, когда произошел пик по специализации спины и задней дельты. Вот, ушел с шестой недели, закончив пятую, да, даже одну тренировку не доделал. Вот, и буквально через сутки-двое вот произошла эта ситуация со здоровьем. Это первый нюанс. Касаемо второго нюанса по здоровью, он заключается в том, что похоже, мне зажимает всегда лишний нерв, я не могу ни наклониться, ни сидеть долго, ни стоять долго, ходить даже больно стало. Вот. Неделю я вовсе не принимал никаких противовоспалительных и обезболивающих, и оно, к сожалению, потихоньку, но ухудшается. Поэтому я принял решение, что мне нужно посетить моего старого, доброго, знакомого остеопата, мануальчика, хирурга, и, в общем, там еще тьма регалий у данного человека. Вот. Хотя, учитывая то, что я до этого как бы и проводил сеансы массажей непосредственно в клубе, где я тренируюсь, да, практикую и роллы, и валики, различные расслабления, миофасциальные релизы, да, вот, и к тому же делаю растяжки. Ну, есть у меня догадка, что, возможно, это как раз-таки из-за растяжек в стороны произошло то, что произошло. Поэтому будем этот нюанс исправлять. По тренингу вернусь, начал с него, закончил за другое. Значит, специализация прошла, сейчас мы вернемся со следующей недели в понедельник, дай бог, на полноформатную тренировку. С Домусом мы уже это обсудили. У нас будет 3 плюс 1, то есть 3 рабочих, 1 отдых. Распределение у нас будет грудь, передняя, средняя дельта, грудь, задняя дельта и руки. Ну, руки имеется в виду бицепс, трицепс и все. Вот. И день отдыха, и по кругу. Так у нас будет 15 специализаций, микроспециализаций. И что касается непосредственно проекта, как я и обещал, уже готовы снова две статьи. Вот. Но они будут на доработке, поэтому сразу их не выпускаю. И, ребята, я не хотел это говорить, но все-таки решил, что скажу. Будет издана, дай бог, в этом году книга от проекта VLF. Уже не брошюра, она будет объемней, дополненней к брошюре об АЭС. Но разделов там будет гораздо больше, будет касаться не только фармакологии. И, скорее всего, она будет, во всяком случае, в первое время только в печатном виде, только в твердой обложке, скажем так. Никакого электронного вида я пока не предполагаю, может быть, потом. Вот, поэтому это будет эксклюзив от проекта VLF. Мы рассмотрим все, что там нужно, и считаем правильным рассмотреть, чтобы все было доходчиво, чтобы было понятно людям, которые решили заниматься спортом, да, в этом направлении, принимать какие-то вещества, следить за своими анализами, следить за состоянием здоровья. В общем, подробный, классный гайд для ребят, для наших ребят от VLF и для всех тех, кто захочет ознакомиться, прочитать, изучить
и пополнить багаж своих знаний. Ну, на этом у меня все, не буду задерживать вас. Пополняйте свои знания, багаж своих знаний, он всегда актуален и ценен. Всего хорошего.